Толковать, подсказывайте. Все время, да, не молчите. Есть. Поехали. Давай. Хватит, давай. Пауза. Окей, браво. Вы знаете, в какой вы должны быть точке, поэтому давайте, мужики. Друг за друга. Сюда, что ты там сидишь? О, бутылки убрать? Освободитесь? Привет, да. Как дела? Нормально все? Хочешь? Ладно, давай, подойди, смотри. Играем.
Если говорить по движению, по мобильности, да, были, ну, неплохо выглядели, но мы допустили ошибки. Мы допустили ошибки, за которые нас наказали, и, естественно, мы не отыгрались. Но что не понравилось по первому тайму, наверное, не вошли в игру. Может быть, какая-то недооценка или еще определенная усталость есть. Но мы очень поздно реагировали, и движение было не такое хорошее, как во втором тайме. Во втором тайме они добавили в движение, и мы видели, что, в принципе, почти вся игра шла на чужой половине. Но не отыгрались, не забили. Но еще раз, результат на втором плане, а здесь все-таки меня больше волнует, как мы выглядим в определенных фазах игры. И здесь я отметил в перерыве и сказал команде о том, что мы слишком много проявляем недовольство какими-то своими ошибками, и мы не успеваем после этого реагировать на следующий эпизод. Нам нужно отойти от этого, забыть и не думать о том, что мы получаем нагрузки, потому что нагрузки все равно будут получать, пока мы не придем вот к третьему сбору, где у нас будет уже больше взрывной работы, скоростной работы. Поэтому ничего страшного не вижу. Есть позитивный момент, особенно второй тайм. Но есть моменты, на которые нужно обращать внимание по первому тайму и, естественно, улучшать свою игру. Особенно то, что касается движения. И вот эти два разных по движению тайма, они, естественно, можно их как раз и показать команде и сказать о том, что нас может сделать сильнее и как мы можем вернуться